В условиях самоизоляции люди старшего поколения получают пенсии либо на дому, кто раньше получал выплаты на почте, либо на банковские карты. Но у тех пенсионеров, которым средства переводили на Сберкнижку, возникли вопросы, как теперь им снять деньги. Совместно с Пенсионным фондом России мы обеспечили досрочную выплату пенсии тем пенсионерам, кто обычно получает до 12 числа месяца. Однако не все пенсионеры, которые снимают пенсию наличными в офисе, успели это сделать. Для получения пенсии клиенту совершенно не обязательно идти в отделение банка. Если карты вдруг нет, ее можно оформить в любом офисе Сбербанка. Причем рекомендуем оформить бесплатную карту «Мир Моментум» для того, чтобы прийти всего лишь один раз. Такую карту не надо ждать, она выдается сразу. Для тех пенсионеров, которые, к сожалению, не могут дойти к нам в офис, мы сейчас разрабатываем дополнительные меры, возможности. И я уверен, что мы в самое ближайшее время это сделаем. Возможно, будет доставка сотрудниками банка, инкассация. И мы проговариваем сейчас с Пенсионным фондом возможные варианты доставки клиентам на дом этих карт. Плюс, возможно, мы задействуем волонтерское движение.